25 сентября с самого утра большое количество людей в форме нагрянули на нашу территорию, вывели людей на улицы, обыскивали дом, задержали наших руководителей. Нам говорили, что это просто заявление соседей, ну как-то все непонятно было. В результате наших служителей и лидеров задержали и начали им предъявлять обвинения по поводу удержания людей насильственного. Было около 55 человек. Половина сейчас распустили людей, мы насильно никого не удерживаем. Вот. И многих ребят поотправляли домой на погибель. У нас даже, к сожалению, уже есть одна смерть, которую мы по-прежнему считаем, что это на их руках, это кровь, потому что парень вот так вот просто ушел, благодаря им, когда выпустили их, укололся и умер.